Охренеть не встать. Это стройка выходного дня. Строим дом. Здравствуйте. Не успел до питья кофе. Вон, слышите, гул самосвала тяжелого. Да, как привезли 290 рублей. Ой, я заплатил 290 рублей за этот песок. Вот. Утверждают, что здесь 20 тонн. Значит, 20 тонн мне надо тачкой перевезти. Если я беру по 100 килограмм, это очень много ходок, 200. А если по 50, 400. Не, можно и по 10. Тогда еще больше. Ну, в общем, это богатство, которое уйдет на террасу подсыпать. О, господи! Возить, не перевозить. А? И помощников нету. Ну, ладненько. Это приятные хлопоты. Жалко, что туда не вышло. Может быть, есть смысл действительно в следующий раз сюда положить. Ну, ладно, как есть, так есть. Тут и деревья, и на дорогу. И это надо сразу было бы убирать. А мне сегодня надо работать, выравнивать площадку в кишечнике под перекопку. Ну, как-то вот так, значит. Ну, а пойдем. Большая такая кучечка. Единственное, что плохо на траву, с травы не подберешь. Хочешь, не хочешь, а куб останется. Все. Всем пока.